Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника «Математика. 6 класс» автора Мерзляк, Полонский и Кир под номером 1292. Влажность травы составляет 80%, а сена – 20%. Сколько килограммов сена получится из 4 тонн травы? Итак, у нас есть трава, которая превратится в сено. Что такое трава? Она состоит из воды и из сухой части. Вода имеет 100% влажность, а сухая часть, она имеет 0% влажности. Вы, например, знаете, что человек состоит из 70% из воды. Такое же содержание воды в морковке. Итак, а трава содержит 80% воды. Поэтому логично узнать, какой вес сухой части в 4 тоннах травы. Итак, для этого мы узнаем сначала, какой процент составляет сухая часть травы от 100%. Вычитаем 80%. И получается у нас 20%. Это сухая часть. Итак, сухая часть травы у нас 20%. Находим 20% от 4 тонн. Для этого мы с вами 4 тонны умножаем на 20% и делим на 100. Итак, 4 умножаем на 20, это 80. 80 делим на 100, это 0,8 тонн. Это сухая часть травы. Запишем 0,8 сухой части у нас и в траве. Поскольку у нас эта же самая трава превращается в сено, то столько же у нас с вами сухой части будет и в сене. Но в сене, кроме 0,8 тонн сухой части, будет еще и 20% воды. Как же нам узнать вес сена, в котором 0,8 тонн – это сухая часть, и 20% – это вода? Для этого мы узнаем, какой процент у нас с вами сухой части в сене. Итак, 100% это содержание, это все сено. Вода составляет 20%. 80% это у нас с вами сухая часть сена. Итак, мы знаем, что у нас сухая часть сена – это 0,8 тонн, и это 80%. Как узнать 100%? Для этого мы с вами 0,8 умножаем на 100 и разделим на 80. 0,8 умножаем на 100, это 80, 80 разделить на 80, это 1, это 1 тонна сена из 4 тонн травы. Получилось. Все, мы справились. Если вам непонятно четвертое действие, то давайте мы запишем это так. Итак, у нас с вами сухая часть составляет 0,8 тонн. Это сухая часть. И ей соответствует 80%. 0,8 тонн – это 80% сена. А нам нужно с вами узнать 100% сена.
как найти 100%, зная его часть. Мы для этого 0,8 умножили на 100 и разделили на 80. Чтобы найти число по его процентов, можно представить проценты в виде дроби и разделить значение процентов, это 0,8 тонн, на эту дробь. Итак, 80% мы представим в виде дроби. Это 80 сотых. Или, что то же самое, и 80, и 100 делим на 20. Получаем 80 делим на 20, это 4. 10, 100 делим на 20, это 5. 4 пятых. Итак, можно представить проценты в виде дроби. Представили. А теперь разделить значение процентов. Значение процентов у нас с вами 0,8. Разделить на эту дробь на 4 пятых. Чтобы разделить 0,8 на 4 пятых, давайте вспомним, что такое 4 пятых. Если мы домножим и числитель, и знаменатель на 2, то мы получим 8 десятых. А 8 десятых – это то же самое, что 0,8. Поэтому мы получили единичку. Можно воспользоваться этим правилом. Все, запишем ответ. Нас спросили, сколько килограмм сена. 1 тонну сена получат 4 тонн травы. Все, мы справились с вами с задачей. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. А также заходите в наши группы в соцсетях.